Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. 20 человек получили ключи от квартир в Вахрушах. Жилье было приобретено в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в правительстве области. Чиновники отмечают, что если в прошлом году квартиры получили 500 ребят, то в этом году обладателями своего жилья станут 700 сирот. За 9 месяцев этого года на эти цели направлено более 300 миллионов рублей. Добавлю, в квартирах, которые получили молодые люди, произведена чистовая отделка, жилье оборудовано кухонной плиткой и сантехникой. Дайджест недвижимости. Власти просят потенциальных дольщиков быть внимательнее. В городской администрации напоминают, что по закону застройщики могут привлекать средства дольщиков только после получения разрешения на строительство. Если такого разрешения у компании нет, то от участия в долевом возведении объекта стоит отказаться. В мэрии сообщают, что у них есть информация о фактах привлечения недобросовестными лицами денежных средств граждан для приобретения квартир в новостройках при отсутствии разрешения на строительство. Посмотреть реестр действующих разрешений можно на сайте городской администрации. Дайджест недвижимости. Строительство дома в Нововятском районе по адресу Орджоникидзе 2Б завершится в этом году. Об этом сообщили в Кировской региональной ипотечной корпорации. Сейчас в свободной продаже остались однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Помимо низкой цены за квадрат от 36 500 рублей, в Крике предлагают также выгодные ипотечные программы с низкими ставками и даже варианты зонирования и дизайна квартир. Молодежь региона может воспользоваться программами поддержки молодых семей и молодых специалистов. Проектная декларация и подробная информация, а также онлайн-консультации на сайте ипотека43.рф. Телефон для бесплатных консультаций 25 10 10. По данным портала Роснет, средняя цена на новостройки в сентябре снизилась на 3300 рублей за квадрат. В прошлом месяце за него в среднем просили 40 970 рублей. Средняя же цена на вторичном рынке Кирова составила 50 030 рублей за квадратный метр. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.